स्वास्थ्य प्रतिमोदिता भगवता ओम स्वास्थ्य प्रतिमोदिता भगवता नारायणेन स्वयं नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुशं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं भगवद्गीते अष्टादशाध्यायिनीं कथं गवर्चि अम्ब немножко, немножко слово отличит. Тогда то есть амба там идет, да? Амба, амба. Слово амба. А отдайним мо. Отдайним. Да, вот. Партхаю это четвертый падеж. Партхаю. Значит, что? Для партхи. Для. Ради Патта, Паттайо, Пратибодхитам, Пратипурбак Буддхату, Ничкто, значит, Пробуздич, Стоби Пробуздич, Пробуздач, Эвекен, Пробуздач, Пратибодхитам, это какой? Падеж, понимаете, Пратибодхитам? Как лота. Садри падеж. Это нужно знать. Паттхая Пратибодхитам Бхагавата. Бхагавата это можешь Паттхая говорить? Слова Бхагават. Третий падеж. Это очень важно. Бхагавата. Бхагавата Нараяна. Тоже третий падеж. Своям Бхагавата Нараяна, Паттхая Пратибодхитам. Значит, это кармабаччи. Это кармабаччи. Значит, сам Бог Нараяна, Он стоби пробуждач Патху. Это одно. А Патха это что? Патха это имя Арджуна. Арджуна другое имя Патху. Поэтому Паттхая. Вяшена Гратитам. И компост by Вяша. Вяшена Гратитам. Там открыто. Нет, закрыто. Гратитам есть компост. Компост. Это что? Составленный. Составленный, естественный. Если не составлены? Да, составлены ясы. Вяшена Гратитам. Что делать? Кармабаччи.
Вяшено его прилагательно. Пурана Мунина Вяшено Гратита. Пурана Мунина. Судя, какой падеж? Третий. Пурана Мунина Вяшено Гратита. Древние риши. Пурана Муни. Пурана Муни, ancient says, древние муни, Вяс, он composed. Мадде Махабхаратам, means внутри Махабхарата. Махабхарата, ты никогда знаешь? Мадхе это внутри будет. Мадхе, мадхе, внутри, Махабхаратам, мадхе, means внутри Махабхарата. Это еще предложение не совершенно. Поэтому... А как понять, чтобы побудить имя Арджуны как-то? Для пробуждения? Для парто, чтобы пробуждать его. Да, для побуждения Арджуны. Еще Пална говорит потом, потом что... Это сила прилагательна, пробуди там, годи там. А сусоздательна еще не добавит. Отдай там амрита варшиним. Это тоже второй падеж женский род. Катнадим. То отдай там амрита варшиним. Отдай там амрита. Значит, нектар of non-duality. Нектар не двойственный. Амрита means... А двойта, амрита, это нектар не двойственности. А варшаним... Аддейта амрита варшаним. Кто? Варшаним. Варшаним means... Кто женщина... Шавар means knowledge. Отдыха мрито, наливающий. Женщина наливающая, да? Да. Еще потом, понимаете, еще немножко говорю. Поливающий, не читал. А двое ты, да. Поливающий нектар Адвайта. Шаварим даун ли нектар Аддвайта. Значит, наливает нектар Аддвайта Веданта. Аддвайта амрита варшиним Бхагаватим. Бхагаватим нужно говорит сусездичельна. А остальное сио прилагательно, потибуди там. Бхагаватим это второй падеж. Бхагаватим ее прилагательно амрита варшини. Аддвайта амрита варшини. Партхая потибуди там. Вяшена грати там. Это сио второй падеж, значит, сио прилагательно Бхагаватим. Аштадаша аддхайаним. Это богини. Бхагавати means богини, богини. Оштадаша аддхайаним. Его глава 18. Глава у кого есть? 18? Нет, 18 глав. 18 глав Бхагавадгите. 18 глав. Оштадаша это 18, да? Это 18. Оштадаша 18. So, оштадаша аддхайаним. У кого есть? Такой богиня, у кого есть 18 глава. А что за дайнинг? Глава или глава? Глава. 18 глав. Богиня, у которой есть 18 глав. Твам. Твам это какой падеж? Второй. Второй. Это мужской, женский одинаково. Это женский.
тебе. Там амба, а между тем обещание, как адрес, а? Омач. Обращение. Омбо тебе. Омбо твам. Омач тебе. Онушам дадами. Онушам дадами, значит, онупурбок, шанпурбок. Онупурбок. Шанпурбок. Дхадату. Приносим тебе. Значит, медитейт. Желаю медитацию. Анушан дадами. Дхадату дадами. Дхадату вы получили. Дхадату я медитирую. Ахам дадхами. Я медитирую. Твам, тебе. Тебе я медитирую. Вот да. Так. Онушан дадхами, значит, короткий медитейт. Твам онушан дадхами. Еша обращение. Бхагавад Гите. О богине Гита. Бхава Дешини. Бхава, знаете, Бхава. Бхава, знаете, Самсар. Значит, опьяс, опьяс, рождение смерти, рождение смерти. Это Бхава. А Дешини means нарушающий, бабуддешин, destroyer of rebirths, destroyer, как по-русски, разрушающий три мира, destroyer of rebirths. Это rebirth, бабу, лучше говорите, Пакши это сансар, бабо. Это три мира, это... Это бубона. Бабо это слова обычно используют как сансар. А сансар значит что? Где опьяс-опьяс, рождение смерти. То есть опьяс рождение дешини. А дешини бубона. Не нарушать. Это буквально хейтер. Не нарушающий. Ненавидящие. Да, это, ну это лучше здесь нужно говорить, значит, разрушитель. Разрушитель. Существование в трех мирах, да? Это тоже прилагательно Бхагаватам. Так, в самом деле так, тогда. Я эту форму даю. Это два обращения. Амба Бхагавад Гите. Твам
Это понимаете? Амба Бхагават Гиты Твама Нушандадами. Точно поняли? Обращение мать. Бхагават Гиты. Бхагават Гита. Мать Бхагават Гита. Тебе я медитовал. На тебя, тебе медитирую, да? Медитирую. Тебе. Там мы шандадами. Сейчас вам несколько прилагательных мест. Как? Боговатим. Значит, там богиня, а? Боговатим. Богиня Бхагавати? Ее зовут? Нет. Великая? Просто обращение богини. Это прилагательное. Бхагавадгите это обращение. А это там Боговатим. Би богини. Тебе. Там Бхагавати means ви богини тебе. Бхагавати. Еще Аштатушаддайним. Скажи, прилагательно, аштадушаддайним, еще прилагательно. Бхагаваддешиним. Понятно? Бхагаваддешиним. Еще прилагательно. Это все прилагательно поняли? Так еще трудно прилагательно. Бхагавата Нараяна Патхая Пратибудитани Твам. Прабуджана Дия Патха Сам Бог Нараяна. Это одно как бы прилагательное, да? Здесь прилагательно, здесь вместе это все. Потому что Пратибудитани
Кому? Паттайо. Кем? Бхагавата. Саям Бхагавата Нараян. Патибхадхам. Понятно? Саям Бхагавата Нараяна Паттайо Патибхадхам Бхагавадхитам. Еще есть. Пурана Муния Дашана Махабарата Мадди Гатидам Туан. Тебе инкорпорейтед. Тебя включено. Да, инкорпорейтед как включено. Это хорошо. Это? Дребни Муни Бяса. Им Махабарата Мадди Кратита. А что древние? Сейчас ее место. Его значение подучиться. Можете говорить, что уже значение. Это из луки. Это светли. Так понимаете, тогда свет значение здесь. Какой не понимается, простите. Какой? Ну, честнее. Это понимаете, Пурана Мунина Дашина Махабарата Мадди Гатитам. Это открыто сейчас. Последнюю строчку перевести. Если это понимаете, это тоже понимаете. А это, то есть ее по себе. А компост, говорите, там это компост. Компост, нет, это инкорпорейтед, просто что говорили здесь, так включено. Включено, включено. А, отключено. А,
Сио, по-русски говорите? Мать Бхагавад Гиты. Тебе. Гиты. Кто есть 18 глава, у кого есть, у богини, Бабадесини, разрушительный Раунду Барт, отдытом товарищем, наливающий нектар отдыто и пробуждена для парта сам Бхагавата Нараянам и заключена внутри Махабарата сам Дридни Манибясам. Я медитирую. Это начинал. Первый шлок так и будет. А здесь, если по-английски я переводил. Ум. О, Бхагавад-гита. Кем патто будет побеждена? Сам Богом Нараяном и кто будет внутри Махабарата Зелена Дребни Муни Дашем. Бхагаватин, Blessed Mother, Благословенный Мать, разрушительная сансара и налюбающий отбитый нектар. Вашим наш главный. Тебе, о, Бхагавад-гите, о, мать, я медитирую. Вот так нужно порядок для нас. Ум. О Бхагавад-гита. Который сам Господь Нараяна с помощью которой сам Господь Нараяна дал просветление Партбе или Партбха, Партха, Партхе, Партхе. Включенные в Махабхарату
Риши, ancient sage, Вьяса. Риши, Девед из Риши? Yes. Включенный Махабхарату, Риши Вьясой. Древний Риши. Древним Риши Вьясой. Благословенная мать. Разрушительница перерождения. Изливающая нектар Адвайты. И состоящая из 18 глав. Дальше тире или восклицательный знак. На тебя, о Бхагавад-гита. О любящая мать, я медитирую.